Андрюха пошел на вторую смену. О, сила ярость. Сила ярость. Ребята занимаются тормозами. На сколько тебе чего? 12. Что ты? Головку поставить с той стороны, да? Не течет. Прется, нет? А, ну шланг нормально. Во. Ты, по-моему, закручиваешь. Ну, косить вон там травы дофига еще. Косить-то косить в этом доме. Нет. Не, надо выкручивать. Подождите. Ты все правильно одеваешь? Я одеваю это правильно. Надо. Скучает без нас. Там-там-там-тарам-там-там-там-тарам-там-там. Игра четыре руки. Все, выдергивай. А зачем там переходник? На, где? Сейчас мы его поставим. Надо вынуть и прикрутить. Все, подожди, надо будет еще вот это подкручивать. Надо вот это подкрутить. О, Виталик, сила. Виталик лучший. Металлик? Металлик? Да. Всем привет, я в шляпе. Всем привет, ты в шляпе. Я в очках, скажи. Я в очках. Виталик в трусах. Все пределы. Все в трусах. Да, медная шайба была, да? Да, да. Хотя не потом. Так, где-то еще гаечка была. Отпускай, уже держится. Не-не, контроль. Пинцет. Скальпель. Шпирт. Ты уже это заговорил на том языке? Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Тот-то что делает? Тот-то у нас, смотри, что творит. Спасибо. Человек в шляпе. Ох, нифига, затянул. Все, что ходит? И упирается даже вот что-то. Ну все хорошо. Лучший враг хорошему. Я сказал один мой хороший знакомый. Понимающий вот для вас. Все, чем это, ширенький куток. Нет, другую сторону. Ну без трещотки, да? Идет, да? Вроде идет. Блин, надо было вначале трубку прикрутить. Что нужно было? Надо было вначале трубочку прикрутить, потом уже. Хотя.
теперь делать? А можно его иметь? Какой? Ну вот этот. Угу. Сейчас. Иду, иду, несу, несу. На, Виталь, доставай вот тут дырочкой. А надо зажать, да? Длинный был. Достаточно одной таблетки. Ну теперь скручу. Есть головка на 10? Есть. Картина масла. Так, надо тормозы теперь тащить, да? Это в бочке есть немножко, да? В прошлый раз присылал. Говорит. Тут брызнет. Так, надо это. Надо видеть. Не уходит пока. Надо вон там открыть. Подлезти как-то. Либо тот, либо этот. Какой ближе? А, ты уже оттащил? Не приоткрыл, колпак-то снял. А откручивал? Откручивать надо? Ключиком на 10. Или вот этим? Нет, там домов уже. Все, затягивай. Я думаю, что тяжело. Главное не забывать продлевать тормозок в бачок. Мы видим, еще пока что уровень есть. Ну-ка, закрой. Закрыл? Да. По системе его нагоним. Ну-ка, открывай. Ага, закрывай. Грязная, грязная ржавая. Там она работает, там тормоза уже работают, а здесь еще нет. Ну-ка. Да. Вроде тоже начинают. Там то срабатывает, да? Да. Там мы меняли, потому что. Там новый. Давай, качай. Подожди, закинь. Все, все, накинул меня. Закрыл? Да, да, да. Давай. Закрыл. Вот здесь заиграли. Okay. Упор появился. Ой, какая. Ребята, он лобильник. Ага. Ну там. Да, да. Ага. В принципе, уже без воздуха, нормально. Только тока, наверное, хватит, да? Уже не белое. Да. Закрыл? Давай еще. Еще раз, да? Да. И не белое. Все закрыл.
Я думаю, все, тормоза появились. Слушай, попробуй вот эти. Почти что новые. Так, фу. Понятия. Да каждый раз все новее и новее становится. Бросили технику, не хотят ничего больше делать. Я не виноват, это вот этот Янька, который камеру держит, это он меня сманил. Вот. И мне пришлось, не предупредив тебя, приехать сюда. Ну, тебе привет. От всех. И вот этого. Тетя Люся, офигенный привет. Скажи, что мы не виноваты. Здравствуйте. Скажи, что мы не виноваты. Они не виноваты, граждане судьи, но они виноваты. Но они виноваты. Итак, итак. Воскресенье. Собрались ехать в Павловскую. Ребята поехали разворачиваться. Любят они кататься. Такой вот у нас Иван-чай нынче. Выше меня. Стою. Иван-чай. Все-таки разворачивайся, разворачивайся. Тебе бы попадает? На меня попадает? Река, мелкая рыба, мелкое море, может быть, поэтому и щука не сильно активно нажралась уже. Ребятам придется преодолевать эти завалы. Вы пока идете эту лопату обходите, здесь либо меня подождете, либо там туда, я потом туда как-нибудь спущусь, посмотрим. Встал на родной водоем. Воды мало, дно видно, рыбу нет. Там вон Андрюха где-то. Старый мост Часовинский. О. И я тут. Йоу, диджей. Красавец? Красавец. Саму себе нравлюсь.